Первая кормежка. О, мамочка потянулась. Пердануло. Часть уже устали кушать. Позасыпали. Часть еще нет. Сейчас мы их заберем, потому что ночью она еще будет неспокойная. Смотрите, как за хоботы друг друга хватают. Этот за сиську ухватился, а белый за хоботы вгрызли. И дерутся, смотри. Кошмар. В общем, мы их сейчас чуть-чуть поддержим. Как я уже говорил, глюкозой. Поросяток много, часть из них маленькие. Часть такие крупненькие, но хочется, чтобы маленькие выжили. Не будем загадывать наперед, что с ними будет. Смотрите, вот этот рыжий. Он в два раза меньше, чем рядом с ним черный. Ну ничего. Ой, ну, давайте я покажу место, сколько вышло. Интересно будет. Смотрите, какое место вышло. Прям кусок огромный. Свинка очистилась самостоятельно, не пришлось ее ни окситоцином колоть, ничего. Ты ее сильно не уколешь, она не дастся. Сейчас еще чуть-чуть подождем, пока она совсем их нет, да? И тогда уже смело заберем отсюда. Они уже такие, что он засыпать начинает. Мы их сейчас заберем от нее. Она у нас девочка уже в возрасте. Смотри, какие у нее ногти на ногах. Короче, на подстилке глубокой живет, и ногти не стачиваются. В общем, ногти, вот если присмотреться, вот то, как этот самый был, я-то видел. Отковывали коня, и там такие прям аж. Наверное, можно тоже ему обрезать их. Стричь. Но я пасками подходить, ногти стричь, она меня съест. И успокоилась уже и мамочка, и детки. Сразу, короче, как только они опоросилась, она начала где-то часов с 7. Пришли поросятки. Мы их зато забирали, у нее забирали, каждые полчаса приходили, смотрели. И новорожденных забирали, чтобы они не мешались ей. И она тьфу-тьфу, пока никого не затоптала, все нормально. И уже где-то часам к 11, когда она полностью очистилась, успокоилась, уже легла, принесли ее деток ей. Сразу она их приняла, конечно, в штыки, начала там буровозить. То на пузо ложилась, а то еще что, смотрите, заснул, нажрался и заснул. Но все равно материнский инстинкт сработал. Да и, наверное, желание, чтобы молоко не так давило. Она не первый раз. В общем, она все-таки далась. Как только далась, они сразу же на нее позалазили. И он довольный. Сами видите. Понафигачивались уже молока. Ну как? Там молока еще толком нет, оно там чуть-чуть. Уже завтра, послезавтра будет по-взрослому идти, а пока такое. Те самые сейчас будет аттракцион, как мне их забрать, чтобы они не пищали. Сильно. В общем, давайте я буду, наверное, закругляться. А вы подписывайтесь пока на канал, ставьте лайки, пишите комменты, пожелайте им всем вырасти большими наглыми свиньями. Всего доброго.